Новый год, каникулы, подарки и снег – то, с чем ассоциируется зима. И если с первыми пунктами проблем не возникает, то последний в этом году нас радовать не спешит. Нам, крымчанам, к зиме без снега и морозов не привыкать, и стандартными елками нас тоже не удивить, поэтому украшаем мы пальмы и секвойи, ну тянет нас к экзотике. Несмотря на устоявшиеся новогодние традиции и обряды, даже к привычным вещам можно найти нестандартный подход и нарядить не елку, а кактусы. Мы наряжали, да, действительно, и наряжаем пусть сегодняшний день перед Новым годом наши крупные экземпляры. И таких экземпляров здесь почти 1000. Суккулентные растения начали разводить в крымском Парадизе с 70-х годов прошлого века. Сколько ему лет понадобилось, чтобы достигнуть таких размеров? Ну, ему около 80 лет. Гордость коллекции – 60-летние хинокактусы, напоминающие арбузы. Называют их еще как «золотая бочка» или «тещин стул». За свой такой невероятный большой габитус. Одни из самых больших шарообразных кактусов из всего семейства. Уже 20 лет в канун Нового года мексиканские великаны меняют свой облик. А ведь даже без сомбреро можно обойтись. Наряжать кактусы новогодними игрушками – процесс увлекательный, но в то же время непростой. Например, чтобы украсить вот этого гиганта, даже с моим 1,70 м без специальной трости не обойтись. Но есть и кактусы поменьше, их тоже нельзя оставлять без внимания. Попробуем украсить. Ай, укололась. И здесь все не просто так. Нужны защитные перчатки. Таким нехитрым способом можно и посетителей порадовать, и окунуться в новогоднюю атмосферу. И традиции сохранили, и оригинальности добавили. Наталья Жатько, Алексей Семенов. Утро нового дня.